В Каспийске состоялся свободный турнир по волейболу, приуроченный ко Дню Конституции Республики Дагестан. В нем приняли участие порядка 6 команд. Организаторами данного турнира выступила администрация города и управление культуры. Отметим, что любой желающий мог стать участником спортивного состязания, ведь основная цель турнира – это объединение горожан в общем деле, а также популяризация волейбола в Каспийске. Стоит подчеркнуть, что боролись команды за призовые места, кубки и медали.